токийском филиале музея «Мадам Тюссо» появился восковой премьер-министр Синдзо Абе. Это явление можно назвать выдающимся. Японские политики редко пополняют коллекцию музея, поскольку, как правило, на своих постах долго не задерживаются и становятся неактуальными для посетителей. Абе, похоже, стал исключением. Правительство премьер-министра Абе действительно очень стабильное. Эти фигуры мы делали больше полугода и надеялись, что успеем их использовать какое-то время. Незадолго до того, как фигуру наконец представили публике, и ее появление поприветствовало и японское правительство. Это то, что мы приветствуем. Мы надеемся, что фигура будет похожа на премьера и будет выглядеть естественно. После того, как премьер Дзюн Итиро Коидзуми занимал свой пост 3 года и покинул его в 2006-м, ни один японский политик не задерживался на посту премьера более 500 дней. Однако Синдзо Абе, который занял пост в декабре 2012-го, похоже, преодолеет этот временной барьер. Об этом свидетельствует его рейтинг среди народа. Вот и восковая копия политика тоже пользуется популярностью. Руки такие реалистичные, так мило. Не знаю, он выглядит немного моложе, чем по телевизору. У него нет морщин. По-настоящему чувствуется его присутствие, как будто он здесь. Он так похож, невероятно. Он выглядит точно так же, как настоящий. Из-за этого я чувствую родство с ним. Согласно последним опросам, правительство Абе поддерживают 49% респондентов. Это на 10% меньше, чем во время выборов 1,5 года назад. Учитывая тенденцию японцев быстро разочаровываться в политиках, такой показатель можно считать хорошим.